субботу в 20:45. Сегодня же неожиданное развитие получило так называемое дело Кьюспицнайпера. По данным ведущей расследования спецкомиссии Рады, экспертиза показала, что огонь по активистам Майдана вели не бойцы Беркута. У них просто не было на вооружении таких боеприпасов. По версии руководителя комиссии Геннадия Москаля, стрелять могли представители, цитата, «вышедших из-под контроля общественных организаций». Олег Шишкин, Денис Давыдов, Роман Хроленко, Сергей Козлов, Первый канал. Не допустить гуманитарной катастрофы на Украине призвали сегодня депутаты Госдумы. Они предлагают созвать на площадке парламентской ассамблеи ОБСЕ международную контактную группу по Украине. Дума выступает за скорейшее разоружение кризисных правил и счет и прекращение военной операции против мирного населения, а также привлечение к ответственности за нанесение следующего месяца на авансовую систему расчетов за топливо. Российский концерн выставил счет, и у Киева теперь есть 3 недели, чтобы перечислить деньги. В противном случае поставок не будет. В Еврокомиссии, которая волнует в первую очередь обеспечение транзита, надеются, что вопрос с предоплатой удастся решить. И даже заявили, что Киев сможет использовать для этого часть средств, предоставленных в виде финансовой помощи. Михаил Акинченко. Отныне деньги только вперед. Украина больше не получит газ в долг. Он и так уже превысил 3,5 миллиарда долларов. А вот надежды, что киевские власти вскоре рассчитаются, не осталось совсем. Так что первый счет за будущие июньские поставки «Газпром» уже послал в Киев. Счет контрактных объемов поставки газа. $1,658 млн. Это та сумма, которую должна оплатить Украина, точнее, НАК «Нефтегаз Украины», для того, чтобы в полном объеме получать газ в июне. Если же заплатит не в полном объеме, то и газа получит ровно на эту сумму. Если же денег не будет совсем, то газа тоже не будет. А ведь такого развития событий...